Привет, друзья, подписчики мои. Я уже в прошлом ролике показывал тут огромную пирамидищу, и сегодня мы будем играть здесь в игрушки, вытаскивать их. Здесь очень много игрушек. Есть игрушки и по 10 рублей, и по 30 рублей, друзья мои. Есть еще «Сделай сам» пластилин воздушный. Есть еще вкусняшки. Снова пластилин. Вот здесь у нас какие-то абсолютно хаотичные рандомные конструкторы. И плюс там какие-то еще есть игрушки. Затем вот здесь у нас есть... Тут, кстати, сейчас покажу вам. Ой, они вращаются, ребят, смотрите. Вот это прикольные прыгуны. Хочу такого себе, глазик такой хочу. Вот здесь есть какие-то мультгерои, то есть полно всего. Здесь, причем, блин, нарисовали Харибо, и Хариб, походу, закончилось у них все. Начнем мы, пожалуй, вот с этого аппаратика. Довольно милый он. И цена игры 10 рублей всего. А, нет, подожди. Стоимость товара 10 рублей, но по факту стоимость товара 20 рублей, и у меня падают деньги. У меня падают деньги, друзья мои, поэтому запихиваем 20 рублей. Пробуем. Да, друзья мои, нам выпала вот такая вот фигулина-рагулина. Мы хотели шарик, но, видимо, они сверху. Дальше, друзья мои, теперь мы смотрим вот здесь. Диснеевские ребята у нас. Стоимость товара 30 рублей. Заряжаем. Раз. Два. Три. Что-то выпало, ребята. Что-то выпало. Смотрите, лего какой-то ниндзяго. Так, чтобы еще нам... Здесь опять мячи прыгуны. И, вы знаете, мне казалось тут интереснее. Но есть вот такие вот резиновые есть крутые шары. Есть еще вот такой какой-то забавный. 10 рублей стоит здесь точно. Ребят, вы знаете, ну опять вот кристаллик. Давай еще разок. Опять кристаллик, друзья мои. Пробуем еще раз. И снова кристаллик. Да что такое? Тут одни кристаллики. Ребята, я даже не знаю. Остается у нас 30 рублей. Пробуем играть вот здесь, в воздушном пластилине. Как раз 30 рублей он стоит. Мы проверим, по крайней мере, его на качество. Годится, друзья мои. Смотрите, какой я нашел для вас аппарат с щенячьим патрулем. Смотрите, какие прикольные патрулешки. И вот здесь у нас есть все фигурки. Вот здесь у нас, друзья мои, снова скриши, поп-сокеты и скрепыши, которых снова нет. Мультгерои мы уже делали, видели сами. Начинаем мы... Слушай, я хочу вот по фану желейных конфет. Может, они вкусные. Давайте еще вот здесь начнем. Так, у нас есть, уже есть Маршал. Отлично, хорошо идем, ребята. У меня упало 10 рублей. Только не это, только не это. Так, кто еще? И снова Маршал. Я не поверю, что здесь снова будет Маршал. Ребят, о, у нас Скай. Замечательно. Я так хочу вот эти конфеты желейные, но что-то как сомнительно они там лежат. Или нормально, фиг его знает. Так, ребята, давайте. Играем еще. И у нас и снова Маршал. Ребят, ну вот после этого мне одна подписчица писала в комментариях, что типа, если у тебя две повторки, то это значит кидняк. Да, ребята, три повторки подряд – это кидняк. Потому что здесь их реально очень много разных, а она выпадает три Маршала подряд. Если сейчас будет четвертый, это точно кидняк, ребята. Смотрим. Ну, короче, ну это вот, это вообще, это я считаю, это не круто, так быть не должно, ребята. Это, вот смотри, ну как, четыре Маршала из пяти, серьезно. А здесь у нас нет ничего. И вот здесь у нас вот такие вот поп-сокеты, но, в принципе, не хочу их вытаскивать. Ну и вот там еще дальше я показываю уже. Ладно, погнали в студию. Короче, друзья, мы уже в студии, я крайне недоволен. Дело в том, что эту башню я уже показывал вам в ролике и очень хотел там поиграть. Но, к сожалению, адекватных игрушек там не оказалось. Потом, а робот с патрулем, это вообще должен был быть отдельный ролик, но там тоже попадались повторки. Я безумно этому расстроен, поэтому все в одном ролике сегодня и здесь. Давайте приступим к распаковке, вообще посмотрим, что это, блин, такое. Короче, вот такой вот у нас попрыгунчик резиновый. Нет, вы знаете, вот там еще были мультгерои, вот там бы я поиграл побольше, потому что там реально вероятность выиграть хорошую вещь повышается. Здесь сверху лежали прикольные спиннеры, снизу вот такая вот фигня лежала, и типа, нате, пожалуйста, получайте шарик. Без упаковочки, без всего, просто вот шарик. Да, в принципе, за 10 рублей поиграть с ребятами во дворе, потерять, покидаться, нормальная тема. Дальше идем.
Ну и вот здесь снова нас встречает мои любимые брюлики. Брюлики — это вообще зачет. Я обожаю брюлики, скоро сделаю себе из них корону, и вот такая вот история. Вот, то есть, вот как вам, брюлики, девчонки, мальчишки, в комментариях напишите. Затем вот это вот все из патруля. И когда я вижу здесь 4 одинаковые собаки маршала. Я уважаю маршала, чтобы вы понимали, он крутой. Но, блин, владелец немножко подзамороченней. При том, что фигурки классные, действительно, они вот так вот умеют. Это вообще не валяшка, смотрите. Их можно просто покидать, поиграться. Можно поиграть в настольную игру вместе с ними. А эти штучки веселые. Такая вот скаечка, да, то есть класс. И по сути это и все, и больше мне вам показать нечего, потому что, ну вот, а что я вам покажу, спросите меня вы. Я не знаю, у меня есть теперь маршал, есть скай, все, а где остальные... К сожалению, никто не знает и никто вам не расскажет. Вот поэтому... Но фигурки, вы знаете, достойные за 30 рублей, в принципе, да. Здесь даже какой-то логотип, смотрите. Ребята, это оригинал, смотри, Спинмастер 2000... Не вижу, 18-13 написано, ребят. Слушай, так это оригинал, получается? Это оригинальные фигурки, я думаю, что они такие классные. Скорее всего, от какой-то игры. Вот вопрос только в том, где их достают. И мы уже в этих аппаратах, друзья, мы сами часто видим, что есть миньоны от компании Мус оригинальные, есть черепашки-ниндзя от Маттела, то есть, да, и, видимо, вот какие-то вот старые какие-то серии или типа того, я не представляю. Бывают игрушки интересные, а бывают... Где эта штука-то была? Я уже потерял ее. Где это? Фу-фу-фу-фу-флыга. Это вот брюлик. То есть, нет, я понимаю, да, брюлик прикольный в каком-то смысле, но, камон, мне кажется, прикольнее маршала получить за тридцаточку, нет? И, по сути, все, у нас остается какая-то какашка вот такая вот, и ниндзяго, который, кстати, даже без пакета, без бумажки, зато у него есть три руки, какой-то шлем непонятный у него. А откуда ты, шлем? Откуда ты, шлем? Слушай, у меня рука не залазит, ребят, я... Сейчас просто, мне кажется, палец себе сверну. Друзья мои, вот там, где было написано мультгерои, друзья, ни в коем случае там не играйте, потому что... О, нет. Я не могу. А я знаю, почему так получилось, почему без рук. О, владелец просто всунуть не смог. Вот, и говорит, нате, клиенты, а представляешь, ребенок, да я палец сейчас себе сверну. Нет, он даже не засовывается. Я не понимаю причину, но она... Сейчас, ребят, попробую за кадром покрутить немножко. Нет, слушай, маску аж сниму. Слушай, ну она... Я сейчас подумал на мгновение, что это Лего. Нет, вроде не Лего. Нет, но очень похоже на Лего было. Сейчас, ребят, секунду за... Нет, не получается, палец боюсь поломать. Ну и вот такая вот у него подставочка. Это ужасно, это дичь. И, пожалуйста, владельцы аппарата, собирайте сами своих ниндзяго, потому что, в принципе, да, разобрать его можно. И вот с руками спокойно он сюда залазит. Я вообще хочу это подальше убрать. А, ну еще тут есть катана. Великолепная катана, только не катана. Кто помнит эту историю? Ну ладно, неважно. Катана. Вот, фуфлё, это фуфлё. Дальше, смотрим пластилин. Он, кстати, о боги. Подожди, а это вообще что? Это вообще законно? Так, я сначала понюхаю. Ну да, это, короче, воздушный пластилин. О боги, ребят, я не буду трогать это. Можно? Смотрите, что происходит. Короче, нет, это надо просто выкидывать, посмотри. Мне кажется, так не должно быть. Смотрите, ну так же не должно быть. Он капец как прилипает к рукам. И я его сейчас даже не достану, потому что он капец как прилип к этому пакету. Боги-боги. Хорошо, что я решил его открывать последним. И зачем я пихал туда вообще свои пальцы, друзья мои? Так вы будьте аккуратны, не пихайте пальцы. Расскажу вам историю. Короче, в детском садике был, мне было лет 5. Ой, я сейчас пойду выкидывать. Какой кошмар, ужас какой. И, в общем, там это, мы гуляли с ребятами на улице. Там была прогулка у нас. И там были лунки в песке. Я почему-то решил туда сунуть палец. Я не знаю, как так получилось. Короче, я сую туда палец свой и попадаю в ловушку осы. И меня кусает в палец оса, палец раздулся. Мне было больно, я плакал. Это было вообще ужасно. Друзья мои, за мои детские старания, детские травмы, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайки. Для меня сейчас это очень важно. И как бы я готов тратить еще деньги для вас ради вот этого вот. Но вот здесь было объективно тратить денег не на что. Вот правда. Я лучше в следующий раз туда поеду и поиграю там, вытащу мультгероя. Там, кстати, есть еще один аппарат в другом месте. И он поинтереснее. Там интересные игрушки. Здесь... Ну вот, нет. То есть объективно. Маршалы, вот правда, и Скай крутые. Если вы фанат патруля щенячьего... А, там друзья, короче, там мы встретили, короче, людей с ребенком, и он хотел поиграть. Мама попыталась его обмануть и говорила, что нет-нет-нет, сынок, здесь ничего нельзя выиграть. Помнишь, мы уже выигрывали, мы проигрывали деньги тут. И, друзья мои, мамочки, папочки,
родители, так, пожалуйста, не надо врать детям. Скажи просто, у меня нету денег, сегодня тебе купить игрушку. Хотя, опять же, 30 рублей, я считаю, что, ну, каждый может найти, к тому же они шли на фудкорт и... как бы, я считаю, как-то странно, 30 рублей всего лишь. Потому что вот эти вот, или просто мячик за 10 рублей, я думаю, вообще везде можно 10 рублей найти. Вот, а вот эти прикольные, прикольно, но если вам только нужна одна, но максимум с другом, там, две повторки, ну, в общем, такое. А то прикольно родителям для братьев, типа, купили повторки, никто не обидится, вот такая дела. Вот, друзья, вот такое было видео, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока.